Всем привет! Мое имя Леонид. Меня зовут Елена. И сегодня мы расскажем, почему люди теряют интерес к фитнесу. Ты так активно начал заниматься, но через время желание идти в зал пропало. Сейчас мы расскажем причины и как с ними бороться. Первая причина. Цель достигнута. Смысл продолжать ходить дальше. Наш совет – пересмотри цель. Не хочешь худеть – проработай рельеф. А слабо подготовиться к прайм-гонке? Давай мы тебе в этом поможем. Ты даже не представляешь, какой потенциал у твоего организма. Давай развивать его вместе. Вторая причина – однообразие. Видеть каждый день одни и те же гантели, то еще испытания. Но выход есть. Групповые занятия. Внесешь разнообразие в свой тренировочный процесс. Будет полезно и телу, и мозгу. Третья причина – а где же мои кубики и плоский живот? Красивого тела хочется всем и сразу. Но надо понять одну простую истину. Этот процесс не такой быстрый. Наберись терпения и пересмотри свой режим дня. А лучше приходи на персональную тренировку к нашим тренерам.